Фильм про Байкал вошел в число 70 лучших географических фильмов со всего мира на конкурсе «Голос граждан». Теперь 4-минутная лента «Сохраним Байкал» будет представлена на Всемирном водном форуме в Бразилии. Фильм озвучен на английском языке. В нем рассказывается про уникальность самого глубокого и чистого озера страны. В ролике показаны и волонтеры, участвующие в акции «360 минут ради Байкала» – экологические флешмобы. Все работы, прошедшие отбор на фестивале фильмов «Голос граждан», будут доступны для онлайн-голосования с 15 февраля. По его итогам будет выбрано 6 лучших фильмов-победителей.